Начнем с ковид-новостей. За последние три дня на лабораторные исследования отправлено 1253 пробы. По 156 случаям факт заболевания подтвердился. Количество заразившихся приднестровцев приближается к отметке в 3000. Ситуацию с заболеваемостью обсудили на заседании оперштаба при президенте. Как передает пресс-служба главы государства, Вадим Красносельский держит на личном контроле ситуацию с распространением в Приднестровье COVID-19. Как минимум дважды в неделю, если обстоятельства не требуют чаще, заседают члены оперативного штаба при президенте. В карантинных госпиталях республики находится 658 пациентов, у которых подтвержден факт заболевания. Такими пациентами лечебные учреждения заполнены почти наполовину. На заседании отмечали усиленную нагрузку на станции скорой помощи. Люди стали чаще жаловаться на симптомы простуды и пневмонии. Год назад таких обращений было в 4 раза меньше. Также затронули тему внедрения системы контроля за соблюдением гражданами требований строгой самоизоляции. Для отслеживания передвижения приднестровцев на карантине, как вариант, могут ввести установку специального приложения на мобильный телефон. Вопрос прорабатывается. В стадии проработки еще один вопрос – туристического отдыха за пределами государства. Желающие воспользоваться услугами местных турфирм и выехать на отдых за границу должны будут оплатить специальную страховку, чтобы в случае заражения покрыть расходы на лечение. Минздрав в ближайшее время просчитает затраты на суточное нахождение пациента в коронавирусном госпитале.